Сегодня расскажем, как правильно выбрать зимние шины на легковой автомобиль. Некоторые водители предпочитают покупать всесезонную резину. Но все же лучше будет выбирать специальные комплекты колес. Главная особенность зимних шин – их большая мягкость. Это связано с тем, что на морозе покрышки твердеют и становятся хрупкими. Какие зимние шины выбрать? Шины с шипами легко справляются с движением по сухому и твердому льду в условиях суровой зимы. Металлические шипы обеспечивают высокую степень противоскольжения, отличное сцепление с дорогой и быстрое торможение. Но если асфальт сухой, они, к сожалению, стираются. В отдельных странах Европы их использование запрещено. Потому что шипованные колеса повреждают асфальт. Кроме того, при эксплуатации такой резины нужно, чтобы на заднем стекле авто был соответствующий знак – буква «Ш», иначе будет штраф. Что же касается нешипованных шин, здесь есть свои нюансы, которые нужно учесть. У шипованной резины лучшее сцепление с обледеневшим участком дороги. В то же время у нешипованной зимней резины лучшее сцепление по снегу, по сугробам. Поэтому обязательно учитывайте характер местности и стиль езды. Кроме того, для удачного выбора резины нужно, чтобы посадочный диаметр соответствовал размеру диска. В противном случае установить их не получится. Что же касается протектора, у зимней шины он более высокий, нежели у летней. Основополагающим элементом, безусловно, является протектор. Он изготавливается из стойкого каучука. База служит для соединения протектора с внутренней частью покрышки. Ее функция – смягчение толчков при езде по неровной местности и снижение сопротивления качения. И последнее. Перед покупкой шин обязательно проверьте дату их изготовления, поскольку заводы-изготовители дают только двухлетнюю гарантию для хранения товара. И если эти сроки не соблюдены, то нет и гарантии, что резина будет соответствовать своим характеристикам, сможет обеспечить быстрое торможение и сцепление с дорогой. Теперь вы знаете, как выбрать зимние шины для авто. Приятных поездок!